Запрет на ввоз европейской свинины, который Россия ввела накануне, может ударить по всей свиноводческой отрасли всего региона. В Россию уходит пятая часть свинины из Европы. В соседней Литве, где была обнаружена африканская чума свиней, чрезвычайное положение объявлено уже в 6 самоуправлениях. Что ждет отрасль? В материале Сергея Герасимова. 9 килограммов мяса, которые гражданин России ввез из Латвии домой, конфисковали сегодня пограничники на КПП Убылинка. Мясо, возможно, купленное еще до запрета, не имело маркировки и могло оказаться свининой. Поэтому товар уничтожили на месте, рассказала местная газета. Чем ограничения на ввоз свинины в Россию обернутся для европейской свиноводческой отрасли, пока говорить рано. Европа должна была все время что-то экспортировать. Сама Европа производит больше свинины, чем она может, ну, потребность Европы, да. Перебор Европы. 20% больше ушли на Россию. Эти 20% из экспорта теперь закрылись. Ну, да. Надо найти им другие рынки, да. Запрет на экспорт не относится к колбасным изделиям из свинины и консервам, а касается лишь живых свиней и сырой свинины. В Латвии экспортировать этот товар в Россию имеют право 22 фермы. Им придется, по крайней мере, временно искать новый рынок сбыта. А вот в литовском министерстве среды, помимо мер предосторожности для местных ферм, вроде обязательной ограды и дезинфекции одежды, готовы и на шаги куда серьезнее. Так, в зараженных регионах поголовье кабанов, разносчиков болезни, будет истреблено полностью. В остальной части страны уничтожат 90% популяции. Поэтому ограничения, которые ввела Россия, в Литве называют неадекватными. Я думаю, что неадекватная мера, потому что ведь в других государствах пока вообще нет этой чумы. И в том числе вот мы наблюдаем ситуацию в Литве. По нашим данным, какого-то распространения или быстрого распространения мы не замечаем. Если она не будет через ближайшее время отменена, наверное, не только из-за этого несчастья. О чем должны договориться и Евросоюз, и Российская Федерация? Это регионализация Европейского Союза, чтобы установить инфекционный регион, и тогда из остальной территории завоз свиней и свинины будет разрешен. Как сегодня заявил министр сельского хозяйства России Николай Федоров, Россия ведет диалог с Европой о выделении так называемых безопасных европейских зон, из которых ввоз свинины возможен. Впрочем, пока все заверения Европы о том, что вирус не распространился за пределы южной части Литвы, российская сторона не принимает. Сергей Герасимов, Алвис Балодис, Латвийское телевидение.